очень много людей на линии огня. Все готовы шайбу отфильтровать, принять на себя, что и происходит. Передача отличная. Вновь такие художества от Марио Кемби. И эти художества являются абсолютно адекватными, актуальными и голевыми. 2-0. ЦСКА реализует вторую сессию большинства в этом матче. Ну и Марио Кемби показал себя. Гол вид имеет. Никаких вопросов. Остался один у ближней штанги. Без какого-либо прикрытия. Ну и дальше были художества. Сами посмотрите. Но чтобы не попробовать так забить в таком-то матче, уж не знаю, конечно, как к таким вещам относится Игорь Никитин, но Кемби забил, и какие к нему могут быть по данному случаю вопросы.